Сначала подал заявку на общих условиях, потом узнал, участникам специальной военной операции положена субсидия на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ по присоединению к сетям. Антон такой возможностью решил воспользоваться, заявил о своем желании повторно в электронном виде. Оформили льготу, нам выдали часть оборудования, тоже бесплатно. Ну и сказали, говорит, все остальное, говорит, типа, за наш счет. Вот, делайте вентиляцию, делайте заземление, там какие-то работы, подготовку, в общем, для газификации. На все ушло около месяца. Уже выполнено заземление и смонтирована система вентиляции. В ближайшие дни приступят к земляным работам. Их ход Антон уже проконтролировать не сможет, вернется на службу. Но сомнений нет, все будет выполнено качественно и в срок. У нас в 171 населенном пункте работала программа социальной газификации. Вот за эти, сколько, наверное, 2,5-3 года построено 225 километров сетей Мособлгаза. Огромное количество. И, насколько я помню, 5720 договоров было заключено. По поручению президента правительство России сделало программу социальной газификации бессрочной и распространило ее на медицинские и образовательные организации. А в этом году в программу вошли и СНТ. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».